О, уже ту німфу. Знов свіверзді, привезли ту німфу. Ее на зиму забирали. Вот ее опять привезли. Вот мы тут не были. По представлении также древних, печень, как и сердце, считались вместилищем любви. Заметьте, вот откуда исходит, так сказать, инстинкт половой из печени и из сердца. Нема, наверное, на доле. Все-таки градация оставалась некая. Ага, них не... Этот текст часто можно встретить под названием «Молитва Экзюпери». На самом деле автор «Маленького принца» не писал этого текста. Но прочитайте эту молитву. В ней каждый может найти строки, которые отзовутся в его душе. Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем в моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня. Мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять. Иллюзии ничем не могут помочь. Ни воспоминания о прошлом, ни грезы о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать. Так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов.